Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели встречу с коллективом библиотеки поселка Новоивановская. Партийцы передали в дар учреждению журналы и книги по овощеводству, выпущенные к столетию в НИИСОК, Федерального научного центра овощеводства. Сегодня у библиотеки более 800 читателей, среди которых и люди старшего поколения, и молодежь. Как отметил депутат Совета Одинцовского городского округа от «Единой России» директор научного центра Алексей Солдатенко, книги будут интересны всем, кто увлекается ботаникой.